Пойдешь еще копом расскажешь. Куда пошел? Вернись! Так, я призываю остановиться этот грузовик. Стой, козел! Стой! Я буду стоять здесь вечно, пока ты... Вот... Вот, вот что надо было сделать. Аварию. Мне это нравится. Че, он сейчас меня объедет? Ах ты сволочь! Человек на дороге валяется, его даже... Вообще вы все неадекватные. Вот сейчас возьму и запрыгну. О, так так можно назад смотреть. Ясно. Моя машина! Как я буду без машины? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Стой, я дай я залезу обратно. Вот, вот сюда. Вопаля. Погнали! А тем временем будем заливать бензином всех, кто едет сзади. Стоп, мы чуть не упали. Нет, 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 падать не будем. Че, мне нравится? Не каждый такой может GTA-шки сделать. То есть, я до этого додумался. О, тут у нас фрукты, овощи продают там. Все как надо, только чувак что-то слишком быстро едет. Я не понимаю причину его быстрого вождения. Вообще, едь быстрее, да. Ой. Ты... Ты баран или как? Ты почему бежишь вот так вот? Ты просто неадекватный, чувак. Ребят, успокойтесь. Все будет хорошо. Главное дать мне мотоцикл. Вот то, что мне надо. Как бы свалил отсюда, а? О, отлично. О, вот это я чувствую. Мотоцикл это круто. Особенно в таком, блин, виде. Обалдеть. Пойдем на пляж. Ой. Поехали, блин, на пляж. Как тут, кстати говоря... Да. Вообще, кстати, где наш этот мотоцикл? А. Как тут пополнять здоровье, я пока не знаю, но сейчас мы выясним. Я так понимаю, нужно в закусочное идти, как обычно. Как обычно мы это делали, но я хочу посмотреть, что здесь находится на узбережье. Стоп, там какое-то животное было? Ну ладно, не важно. Обалдеть! О, там что-то было. Надо погнать. Погнать туда. Я не хочу проходить сюжетку. Мне нравится без того GTA-шка. Тут что-то есть. Там аптечка, кажется. Сейчас давайте... Шлем одеть можно? Нифига ж себе. Во, аптечка. То, что надо. Аптечки просто валяются на улице. Как мы там шлем брали? Нет, давайте мы ради прикола его возьмем. Как его там подбирать? Шлем? Нет, 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 возьми шлем. Как его подобрать? Это, кстати, прыгать, и по идее он может забираться, да? А ну-ка проверим. Ну, я не знаю, как забираться, но как он шлем выбросил? Я хочу его подобрать, а... Короче, я это, позвоню сейчас тут в МЧС. Алло. О, я знаю, как я сфоткаюсь. Сейчас. Нет, не то. То есть, сейчас, я возьму свою суперкамеру и сделаю, так, фильтр, рамка, автопортрет. Вот, вот то, что надо. Так, нам нужно решетку, в принципе, нужно убрать. Вот это вот я с этим уже, так, здесь ударить в грудь, что, так. Во, так можно отдалить. Приблизить, отдалить. Отлично. Давайте сфоткаемся на фоне... А, вот так. О! Давайте, сохраним это. Пусть, пусть будет. Я четкое селфи вообще надо обязательно сделать еще раз как-нибудь. А что это у нас там, черт возьми? Что у нас там? Нет, так мне больше нравится. Уху, люди, здорово, здорово всем. Ой-ой-ой. И что, это копы заметили? Ну ладно, в любом случае заметили, но забыли. Там копы что-то переговариваются. Воу. А чё, круто я сделал, блин, это.
Все аж обзавидовались. Дальше... Оу. Дальше погнали. Капец, я уже в крови весь. Ничего, добрая порция аптечки меня подбодрит. Стоп, дорогая леди, что мы тут делаем? Мы решили побегать? Не составите компанию, а? Как раз меня Танюша как бы бросила. Во, со шлемом даже круто. Солнце здесь прикольное, кстати. Воу! А копы меня не заметили. Я даже копов заметил в последний момент, но они меня нет. Воу! Вот это я, блин, называю. Хотя так тоже прикольно. А что это у нас здесь такое? Интересное место. Осмотреть бы тебя, черт возьми. Ай-яй-яй, как я мог так врезаться? Я врезался. Как куда-нибудь можно? А, это как бы просто... А, выкинь этот шлем, к черту, он тебе не нужен. Как бы просто поселение здесь. Ну ладно, я думаю, что-то интересное будет. До свидос, уроды. Да куда ж ты рулишь? У меня ж встречка. Вот тут еще один кинотеатр. Как-то странно, что он здесь делает. Я мертв. Ну хоть как в мафии. В Сан-Андреасе было плевать, как ты врежешься. Здесь хотя бы учли. Ну это мы ради прикола, естественно, просто путешествовали. Смысла нам как бы и не было это делать. Теперь можно проходить сюжетку. Так, где мы там появились? А, как раз на миссии. Или нет? Нет, мы не на миссии. Мы вообще... что? Мы в больнице были? Да черт возьми. Короче. Это и я, и моя больница. И я? Повернись. Нет. Вот так. Такс. Вот такс. Вот. И я, и моя больница. Сохраняем. Жаль, что нельзя отправлять это в интернет. Ну, по крайней мере, я пока не знаю, как это делать. Здесь очень много что можно в GTA, но вы знаете, я нубло, я долго разбираться с этим не буду. Я просто найду как-нибудь что-то. Чувак с чем-то ходит. С чем это там ходишь? А ну расскажи нам. Да, ой, извините. Ой, извините, я принял вас за чувака. Что-то они такое вот... Как я мог с одного удара убить? Прям в голову, что ли? Что-то забора нету, денег не хватило достроить. О, кстати, там это... Граффити. Не, ну я эту местность не знаю в Сан-Андреасе. Может она и есть, но что-то я ее вспомнить не могу. Ладно, к нам там на миссию. О, GPS тут. Браток, поделись-ка машиной, а? Хоть мне твой груз не нужен. Нет, извини, мне твой груз черту не нужен. Дайте мне тачку, он вот. А хотя дайте эту. Эй, чувак, ты чё ко мне пришел? Эй, я не понял, ты чё, драться хочешь? Драться хочешь, урод? Драться хочешь? За что? Я ж покинул твою машину. Иди садись с нее. Пошел вон. Урод. Ой, копы. Мотаем. Копы этого не видели. Нет, все же копы меня заметили, кажется. Ай, неважно. Покраска. Кстати, как она работает, я еще не знаю. Сейчас посмотрим, как работает покраска в GTA 5. Крутой разворот. А чуть дальше. А музыка чисто играет. Такая нестандартная, я бы сказал. Вот она, наша покраска. Алло? Переходите без полиции. А, проблем не хотите? Ну ладно. Не осмотрим мы пока. Полиция, сволочь. А ну-ка, если мы выпрыгнем, взорвется.
Да! И я так и знал. И поздно проверили. Ребят, тут я буду чисто, наверное, веселиться. Я не знаю, пока нету лицензии. Будет лицензия, я буду играть по сети. Пока нету такой возможности. Ну ладно, пока на этом все. Это, я не знаю, что это было. То ли это обзор, то ли это просто приключение в GTA 5. Я не знаю, что это было. Ну, в общем, это было GTA 5. Если вам понравилось, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. С вами был Демси и GTA 5. Всем пока.